Здравствуйте, дорогие зрители, я буду теперь так приветствоваться с вами, не знаю. Короче, друзья, на моем твинке потный путь уже 4980 кубков, мы уже приблизились к 5К, но 5К нам абсолютно ничего не дает в плане новых бойцов, и нам не облегчит это никак ситуацию, но мы сможем открыть зато новый рубеж мега ящик. Это первый сундук на этом аккаунте, который я вроде как получаю за пути к славе, то есть мега ящик я уже открывал, но бесплатно, именно на пути к славе, это первый такой ящик, который я сейчас достигну. Ребята, сейчас апнем кольта на 600, була на 600, Джесси на 600. Прям сейчас карта вообще идеальная, все ли ничего. Я сегодня запущу стрим намного раньше, чем обычно, надеюсь на это. И буду апать абсолютно всех персов. Сегодня будет реально долгий стрим, я вас всех жду. Вчера не было стрима, ребят. У меня сейчас по квартирам здесь идет проверка там счетчиков. И нам отключали на целый день свет. Соответственно, я целый день практически без онлайна был из-за этого. Ну и вчера тоже не смог постримить. Не буду лукавить, если вы в курсе, этот аккаунт мне создал Unreal. Я его просил зарегать. И иногда он мне помогает, когда у меня нет свободного времени. Он тоже иногда играет. Но я это говорил и просил, спрашивал у вас. Вы не против, если на низких кубках, когда у меня нет времени, будет мой помощник иногда играть? Вы сказали, конечно, нет, потому что неинтересно смотреть на лоу кубках. А вот дальше, то, что касается 600, 700 и 800, это полностью задача лежит на мне. Я хочу полностью каждый кубок апать сам, и, соответственно, уже это все будет на стримчанских фиксироваться, ребята. Так что сейчас вот 5К, дальше 6, и 2000 кубков я буду полностью вот прям своими силами. Ну, конечно, я буду, может, играть 3 на 3, 2 на 2, но, тем не менее, я буду... Ух, ну дальше уже будет гораздо сложнее. Ну что ж, друзья, 20 кубков мне надо апнуть, после того еще в магазине куча всего. Сейчас будем, короче, все это делать. Ребятки, рекламная пауза. Так, ну что, ребятки, поехали, начну с БК. Карта все или ничего вообще, ну это лучшая карта для апа кубков. Настолько изи апаться, что... Ну, конечно, если грамотно начать игру, потому что самое сложное это начало поединка. Ну, опять же, 600... Это я, да, коцнул. 600 кубков, это изи. То есть, тут несложно. Вот когда будет 700-800, это уже, конечно, будет задачка. Потому что, о, видите, уже тут у нас немножко подсуетились мы. Оп. О, тихо. Бля, шельку вынести. О, это мое. Ну что, Шелли, привет. Иди сюда, Шелли, идите, заходите все. Ну просто трэш, взял банку и все. И властвуй, унижай. Обалдеть, блин. Как же я обожаю фов с банка. Это просто, тут и дальником, и ближником, да кем угодно, метателем, кем угодно можно апаться. Есть карта с банкой, где только дальники, ну ближниками нереально там, ну тяжело. То здесь такая универсалочка реально. Но я думаю, что на изи я сейчас затащу эту катку вообще без всяких проблем. Вот. Так. Дальше мы возьмем кольта на 600. Возьмем там кто еще. Ага. Ну вот это, конечно, опасно. Оп. Ну теперь, Шелли, иди сюда. Ага. Во, она меня не видит. Опа. Привет, сестра. Как дела? Подвези. Оп. Хорошо. Вообще, я даже... Не почувствовал игру. Так, как бы его. Вот так вот. О, баб, здорово! Топ-1, друзья. Топ-1. 600 кубков на быке. Это плюс 10 трофеев. Я думал, будет немножко посложнее. Ну, в плане на топ-1 я не рассчитывал. Но, тем не менее. Ребятки, я вас очень прошу, придите сегодня на стрим. Реально, ну, это кайф играть на этой карте. Я не знаю, сколько я сегодня на стриме подниму, но я планирую минимум 500. Минимум 500, это будет... 5500, и того мне останется пятихатка. Ну, не знаю, буду, конечно, стараться. Если будет получаться, буду идти до бита прямо на стриме. Поэтому сегодня будет офигенный стрим. Это вот именно та планка, которую я ждал. Дойти до предпоследнего перса. И финишный, это Эмс. И, друзья, вы, надеюсь, в курсе, что этот аккаунт я подарю в конце вам. Поэтому, если хочешь принять участие, подпишись, поставь лайк. Подпишись на канал прямо сейчас, если не подписан. Так, кого еще взять? Кольта. Ну, на кольте я тут, конечно, не особо хочу играть. Тика на 500 поднять. Ну, это ладно, это потом. Да, в принципе, давайте Джесси, а чё, это изи. Поехали. Джесси, изи. Ну, вообще, я здесь буду сегодня... Я думаю, Шелли буду апать на 700 кубков сегодня на стриме. Потому что, ну, на Шелли я реально...
На этой карте, блин, вообще чувствую себя очень уверенно. Мне настолько, настолько легко здесь. Так, отлично. Есть. Погнали центр. Конечно, нежелательно, но все равно погнали. Оп. 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 Я коснулся, да, кольта? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Отлично. Так, ну что, поставим турелечку где-то, наверное. Или пока не будем ставить, не знаю. О, привет. Ты вообще, ребята, это, блин, настолько изи. Я даже не знаю, куда поставить турель. Давайте, где больше всего народу? Давайте, блин, я даже не знаю, где. Тяжело. Да тут давайте поставим. Ну просто я сейчас новую ульту набью. Так, смотрите, оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Просто 160 хп ставили. Ну добейте кто-нибудь ее. И сейчас возле нее появится банка, да, как спасательный круг. Да, вот эта карта именно для того, чтобы запушить кубки. Вот именно для этого. Поэтому, оу. Смотрите, видели? Даже с банкой ты имел ее. Вообще на изях. Вот, жалко, что этот проект начал, когда закончился вампиризм, потому что вампиризм это вообще изи-пизи, ну я, как хорошо, что мы челлендж тогда на 20 тысяч кубков именно в вампиризме сделали. Ну что, ребятки, 5 косарей трофеев, фух, реально мы уже больше половины на этом аккаунте прошли с вами. Давайте заберем очки силы, я не знаю, на кого потратить их, давайте я хочу Шелли на фул прокачать как можно быстрее. Заберем сейчас ящичек, мега ящик. Ребята, поставьте лайк, чтобы сейчас что-то с него дропнулось. Я очень вас прошу. Я открываю мега ящик и закрою глаза. Надеюсь, там будет 6 предметов. 5 предметов. Но это еще не все, ребят. Бул, нита, хорошо. Это еще не все. Мы сейчас еще с вами откроем вот эти все ящики. Так, если... Уф, это вообще крутяк, ребята. Реально, это вообще крутяк. Так. Что нам по гемам надо? Нас 30, мы получим еще 30, это будет 60, а нам надо будет додонатить. Ну ладно, давайте это сделаем, давайте это сделаем. Значит, начну я, наверное, с доната, сколько? Да, 80 гемов закину, мне этого пока что хватит. Если вы заметили, то я пока что крупных донатов не заносил еще. То есть, ну там, под дофига гемов еще не донатил. Вот, пока вот так по лайту. А, я забыл уже, еще один донат, господи. И золото, я думаю, куплю. 2000 золота, ну хз. Не, ну куплю, да, куплю. Пассивки буду покупать за золото. Так, ну что, первый пак, поехали. 30 гемов, 900 монет и 2 ящика. 6 предметов, да, ёпта. Чтобы вы понимали, 6 предметов, это будет либо эпик, либо сразу же лего. Офигеть. Так, второй ящик, поехали. Пау! Блин, и второй ящик пустой. Вся надежда на последний ящик. Трэш. Просто трэш. А, тут два ящика. Два ящика. Офигенно. Ну что ж, ребятки, прожмите лайк. Реально, ну... Ребят, вы реально в последнее время, наверное, просто перестали лайкать и подписываться. Может, кто-то все-таки не подписан и проверит подписку. Потому что, ну, мне в последнее время реально перестало что-то падать. А раньше, вспомните, мне... Ну, постоянно, с каждого чуть ли сундука лего там не падало. Ну, когда я открывал у подписчиков. Давайте еще куплю золото. Так, хорошо. Оп, золотишко. Есть, есть. И открываю последние два мегаящика. Я очень рассчитываю, что вы подписались в этот момент и поставили лайк, ребят. Но это очень важно для меня, серьезно. Поехали. На, ладно, Биби, Пенни. Пожалуйста, дайте шельку, шельку. Самый бесполезный сундук. Ворон. В конце ворон. Даблеры, хорошо. Ни один персонаж, которым я играю, не выпал мне. Дальше. Да ну твою, ну хоть... О, ну 9, всего лишь 9 штук. Джесси 14, хорошо. Тик. Сейчас по максимуму. Рика. Джин. Окей. У нас еще что-то осталось, да, по гемам? Сколько у нас осталось? Еще два больших ящика, ребят. Два больших ящика. Ну, может, все-таки... Все-таки, блин, сжалитесь надо мной, да поставите лайк. Да, блин, кто-то по-любому лайк не поставил. Самый такой ленивый чел. Ну что ж, последний ящик. Хрен его знает, что с него будет, не будет. Так, 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 к сожалению, к сожалению. Ну, блин, представляете, сколько мы мега ящиков больших и нифига не падает. Ну что ж, у нас 5000, ребята, кубков. Думаю, что продолжу на стриме дальше апать.
Это только начало, друзья. Вот дальше реально будет интереснее. Нам осталось 3 косаря. 3 косаря. И, блин, офигеть. Нам получается... О, наконец-то я бо могу прокачать. Тика только на 500. Все, у меня все персы уже на 500. Остался бит, но бит у меня на десерт. Я бита хочу прям 700, 800, да даже 900 на нем поднять сразу же. То есть, ну... Короче, надо подготовить аккаунт. Надеюсь, вы придете ко мне сегодня на стрим. Всех обнял, всех люблю. Что у нас там следующая награда? Какая будет? 5. Хе, ничего, только 6 тысяч. То есть сейчас уже вот этот косарь кубковый, это пропасть. Короче, не знаю, ребятки. Давайте так, если этот ролик наберет 20 тысяч лайков за ближайшее время, я следующий видос запишу, как я сюда задоначу. Ну, мне хочется реально открыть сундучков немножко. Вообще, конечно, задонатить лучше, когда выпадет бит, но тем не менее. Ребят, спасибо, кто досмотрел до момента. Всех люблю, всех обнял. Хорошего вам настроения, до новых встреч и скоро увидимся. Пока!